спрашивают основные моменты, как ухаживать за шерстью. Есть форум у нас пошиться, там все подсказывают. Ну, можешь туда ходить, понимаете? Я же не могу, у меня работа, честно сказать, очень много. Смотрите, вот волосы, волосы, да? И вот смотрите, нет, огурка вы не трогаете, тут я имею в виду. Вот я поднимаю, она сама падает, устает на место шерсть, понимаете? Тяжелый, как человеческий волос, да, структура? И не собирается вот этими прядками. Выглядит аккуратно. На правильный пропор, все разобрано, да? И, типа, видна кошка, видна пигментация, видна вся собака, хорошо. Шерсть не скрывает, несмотря на то, что такая богатая шерсть, она не скрывает строение собаки. Когда собака побежит, она будет еще красивее, потому что она как такой, знаете, будет развиваться, как плащ. Да, да, да. А это выглядит как, извините, грязная мочалка, что совершенно не годится никакой нарядной породы. Да? Угу. Показываем собаку. Анжела. На меня. Все, достаточно, спасибо. Пишем.